Авария с 11 пострадавшими. Массовое ДТП произошло в километре от Щучинска на автотрассе Астана-Петропавловск. Из-за сильного дождя водитель минивэна не справился с управлением и столкнулся с отбойником на дороге. В результате пострадали люди. В основном это граждане Узбекистана, среди которых есть дети. Трое пассажиров госпитализированы, 7 после оказания первой медицинской помощи с незначительными телесными повреждениями отпущены домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345. В настоящее время ведется расследование. Вместе с тем в полиции области отмечают, что снижается количество ДТП по сравнению с прошлым годом, совершенных водителями общественного транспорта. В 2014 было 6 таких фактов, а в этом в 2 раза меньше.